О! Уже один чертеж есть. Да! У тебя, что у тебя с аккаунтом? Или все, мы максимальную лаки уже забрали. О, ясно, понимаю. Йоу, ребят, эволюция уже на подходе, и скоро выйдет коллаж-дракон, которого можно будет прокачивать. Но для этого, естественно, нужно задонатить, ну, братиш. А я тебе расскажу, как бесплатно получить на халяву 6500 рублей. Что нужно сделать? Нужно воспользоваться моими спонсорами, ведь это, как всегда, 1x, ведь там самые высокие выигрыши, большие коэффициенты, это самый надежный и качественный букмекер. Но по моему промокоду ты получишь, вот тут промокод будет вот в описании промокод. Ты можешь получить до 6500 рублей, но только при первом депозите. Запомнил, да? Вот и все, юзай, все есть в описании. А теперь погнали классный ролик смотреть. Let's go. Ну что, ты готов? Конечно, готов. Ля-ля, короче. А я не знаю, как начать. Я ничего не подготовил, на самом деле. Я обычно прописываю там что-нибудь там, что надо поговорить. Давай ты начинай. Ты у нас видеоблогер, как я знаю. У тебя там сколько уже подписчиков? Да, хорош. Давай, начинай. Здоровайся там с людьми, все дела там, красоте, всем привет там, алло. Всем привет, вы на канале Жабки, и с вами я, Сергей Марли. В общем, ребят, вы знаете, что я люблю креативность, в какие-нибудь всякие фишечки, темы. Как чувак, например, там нарисовал арт, как девчонка нарисовала вообще невероятный арт. Как чувак просто взял из камней, выложил мой логотип и все такое. Вот такое я люблю. Серега, что он сделал? Вот здесь будет много ставок, наверное, из его видео. Он просто попросил по-нормальному, по-человечески, чтобы я ему сделал прокачку аккаунта. Но не обычную, а именно оружейную. Поэтому что, Серег, мы сейчас тебе будем прокачивать аккаунт, да? Да, конечно. Ты радостный вообще? Ты не представляешь, что со мной творится сейчас даже. Так, хорошо, смотри, вопрос тебе. Как ты думаешь, сколько у тебя алмазов сейчас? Блин, ну больше 1000, я вот смотрю, чертеж уже выпал. Чертеж, да. Что мы будем тебе выбивать? Блин, на момент записи ролика я у тебя просил два скина, Титан и XM8 зеленый, который... А потом вышел АК-дракон, и ты такой, о, no! Если б знал, попозже ролик записал. Да, блин, да. Ну, АК-дракон топовый, конечно. Я не знаю, может, если есть возможность, попробовать его сначала выбить, а потом... Короче, сейчас будем смотреть. Ребят, давайте поставим кучу лайков. А вообще, вот давай ты попросишь, сколько лайков нужно? Вот давай ты попроси, сколько лайков мне нужно под ролик. Блин, вот такое дело, ну, минимум 30 тысяч надо лайков. 30 тысяч лайков. И что мы сделаем? Давай ты выберешь победителя. Хорошо. Ты выберешь победителя рандомно, кто-то из вас. Что нужно сделать? Ребят, лайк, 30 тысяч лайков, подписаться на мой канал, оставить свой ссылку на ВКонтакт. И что они должны написать? Давай коммент какой-нибудь классный. Жабка и Марли топ. Все, вот так вот нужно написать, все, в принципе, все легко. А мы сейчас берем, нажимаем ОК, нажимаем еще раз ОК, и мы не показываем, сколько алмазов. Или показываем? Ладно, давай показываем. 13 256 алмазов. 13 256. Ну что, нужно, наверное, поменять никнейм сначала. Он там, наверное, радуется вообще. Напишем. Жабка. Запка. Марли. Вот так нормально будет? Блин, это топчик. Я надеюсь, ты его не менять не будешь? Пока нет, но у меня все, там две карточки. Все, не надо, пожалуйста, менять. Большая просьба. Не стоит этого делать. Куда идем? Что идем? Что делаем? Я не знаю. У меня глаза разбегаются. Черт, где мои глаза? Давай то, что ты просил. То, что ты просил изначально. Скар, ты очень просил Скар. Титан. А ты знаешь, что зверь получше будет отчасти? Отчасти. Но он, конечно, скорострельность, а так и да. Но ты хочешь вот именно вот это, да?
Да. Крутим, смотрим. Сейчас медалик не падает, падают лутбоксики, падает остальное. Нам что нужно? Нам сколько нужно? А сколько чертежей нужно нам? О! Уа! Уже один чертеж есть. Пропускаем. Еще раз крутим. Тебе, у тебя остался один чертеж, по идее, да? Опа. Да! Мы уже тебя выбили с карты, понимаешь? Прямо сейчас лайки ставим, прям максимальное количество лайков. Первое пошло, первое желание его уже выполнено. Надеваем сразу 12 716 алмазов. Остался инкубатор. Ты красный хочешь? Прям вот этот вот максимальный топовый, да? Серега. Прием. Алло, кабан. У меня все залагало здесь. Не пропадай, пожалуйста. Пожалуйста, не пропадай. Ну, пожалуйста. Так, ну камней нам у нас уже хватает, ты понимаешь это? Да. Ну, один есть, один есть. Второй? Нет, пока что только один. Нам нужно еще два. Еще два, и все. И тогда мы уже половину пути сделали. 11 276 алмазов. Ты это осознаешь, сколько у тебя алмазов на аккаунте? Мне кажется, нужно сделать небольшую тему. Сейчас по-быстрому. Персонаж. Изменить. Где наш? Адам. Нищий Адам. Все, погнали. У тебя 10 тысяч алмазов, ты понимаешь? 10 тысяч. Серег. 10 тысяч алмазов. И сейчас мы все... О, яйцо упало, нормально. А вот ты то, что яиц накопил, это прям вот это хорошо. Это прям топчик на самом деле. О! Второй есть. Остался один, да? Остался один, последний. Ты понимаешь? Последний чертеж. Один чертеж, все. Ну, остановись ты там, где нужно было. Ну, мы, по крайней мере, помимо этого всего, убиваем еще лутбоксы. Это неплохо. Четко. Давай пропустим. Все. Наконец-то. Забираем максимальный, да? Ребят, лайк просто сходу. Вот, если кто еще не поставил лайк, обязательно ставим лайк. Все, мы забрали тебе. Что мы отсюда убираем? Конечно, дорогой. Конечно, с бесплатно нам выпадет говно. Ну, это понятное дело. Еще одно говно. Говно. Хорош. Да, последняя попытка. Хорош. Дракон, хорош. Ты понимаешь, у тебя три топовые пушки. Три топовые пушки. Ты точно согласен открыть все? Да. Давай, десяточку. Раз, ничего не упало. Но ты же понимаешь, что с них шанс выпадения, это просто забей. Да. О, вот это. Раз. 10 штук максимум, по-моему, выпало тебе, ты в курсе? Как раз. 6. A few moments later. Да хотя бы один! Ну хотя бы хоть конченый какой-то. Хоть затрыпанный скин. О, спасибо тебе большое. Дробовик у тебя теперь есть. Ура, как круто жить. Пропустить анимацию хочу. Ооо, ясно. Мы набор выбили, кстати, тебе. Набор какой-то, да, выпал. Все, мы накрутили. Хватит этих алмазных прокрутов. Нам нужно, чтобы 50% скидка выпала. Если 50% скидка падает... О, пятерочка, скидочка. Сейчас по дешевочке прокрутим. Так, плюс 100, нормально. Блин, если 50% скидка падает, мы просто сейчас будем бешено тратить те все алмазы. Понимаешь это? И потом на купоны менять, да? Да. Жесть. Ну, если оно выпадет. Ну, учитывая, какой у тебя аккаунт. Но если что, понимаю. Обменивать на купоны ты сам будешь, сразу говорю. Ну, конечно. Я смотрел ролик у змея, как он там чуть не уснул. О! Все тратим. Погнали. Просто погнали. A few moments later. Жесть. Просто жесть. 28 тысяч! Кому подарить?
Какую футболку? Блин. Так, какая-то футбольная. Есть футбольный там в подарках, нет? Да, есть, по-моему. Вот это. Бразильская, да, которая? Ага. Да, да, да. Кому? Сагильдеец? В моей гильдии, посмотри, должен быть. Он у тебя вот в лучших он, друзьях? Фокс 56, да. Фокс 56. Вот, шапки. Вот так вот напишем. Скидочка 10 алмазиков. Все, 299 алмазов у тебя остается. Че, крутанем еще? Что до конца? Второй мотан. Это брат твой старший. Брат твой старший? Тоже... Ну давай. Его брат старший. Давай. Тоже такой мотан. Он ничего не просил, но мы ему тоже отправим, я думаю, блин. Это крутой просто подарок. Футболка? Прикинь, от жабки. Да не футболки делаю это, типа, ну от жабки, понимаешь? Ну у него футболка есть? По-моему, такой нет у него. Ну давай, что, вот, кому? Сам первый, Талибан 69. Талибан 69. От да. Жабки. И у нас как раз таки будет 0 алмазов. Ништяк. А нет, не 0. 10 алмазов у тебя останется. Все, 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 кстати, все. Самый мой первый донат, самая моя первая вещь появилась как раз таки тоже от тебя. Ты мне прислал куртку Техника года 2 назад, наверное. Ты настолько давно контакт. Играешь? Да, да. Я подожди, говорю, ты видишь это количество лутбоксов? Да. Это еще не все, ребят! А, там аук есть, да? Да. Попробуй аук открыть. Но подожди. Я, может быть, научусь с ней играть. Мы здесь открываем другие крутые темы, которые нам не выбиваются. Блин, сколько лутбоксов мы нафармили, ты видишь? 36. И... А мы же все открыли, оставалось только Купидон у нас, да? Ну, типа того. 27, погнали. Раз. Ну давай, ну хотя бы что-то. О, Скар выпал, все. Нормально. Эмочка выпадет еще. Ну давай Эмочку. Ну я заметил, что у тебя нету. И не будет. 31. Жесть. Просто мы сейчас крутим, вот сколько мы реально крутим. Вот с них? Ну что за фигня не падает? Хотя бы из КС-ка бы упала. Не, это бред, это бред. Вот это конченые лутбоксы, это реально конченые, ребят. 40 вот этих, ну давай 40. О! Еще и фабос сверху, еще и фабос, у тебя фабос сверху еще. Так, давай еще вот это крутанем. А, вот эти крутанем. Вот это, вот так вот мне нравится. Вот так мне нравится. Вот теперь точно ты, у тебя максимальный аккаунт, там, я не знаю. У тебя на год вперед все будет теперь. Так, тут все есть. 36, погнали. Раз. МП5, все. Тут есть, погнали. Раз. Понял. Два. МП40 еще. Нормально, нормально крутанули. Что тут еще? Осталось это? Это. Давай-ка 4. Понимаю. Ясно, ясно. Понимаю. 38. Ну что, призрачный убийца, выпадет он нам? Нет. Вот это красиво, ребят. Вот это контент. Нужно помогать молодым. Поэтому, ребят, давайте поставим лайки, подпишемся на мой канал. К Сереге тоже можете перейти. Наверное, ссылка будет в описании, а может не будет, я не знаю. В общем, всем спасибо за просмотр. Серега, ты что-нибудь будешь говорить? Да, всем спасибо большое. Жабка, тебе удачного развития тоже твоему каналу. Все еще впереди. Спасибо, мы все на тебя смотрим. Блин, я не знаю, я волнуюсь. Ты просто спасибо. Сейчас сидишь такой, чего? Что? Типа такого, да? Именно так я сижу. У сейчас. Тебя просто все там есть, я не знаю. Мне кажется, вот просто максимум. М14, М-ка даже. Блин, это столько всего тебе выпало сейчас, ты понимаешь это? Столько жесть, всего. Жесть. И даже граната пришла еще. Вот это вот прокачка называется. Вот в коллекции транспорт. Раз, транспорт, еще дополнительный. Жесть. Офигеть. Ну, просто. Ну, вот эти тачки начали появляться, как с этих пропусков. С пропусков. Офигенно. Ребят, поэтому лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Пока, ребят.